Бакс, привет! Бакс, скажи всем привет. Скажи всем привет. Доброе утро. Доброе утро, скажи всем. У нас сегодня видео начинается с Бакса. Он со всеми здоровается, да? Бакс. Он такой толстенький. Он такой толстенький. Привет. Привет всем, привет. Ты прям как плюшевый. Ты прям как плюшевый зайка. Так хочется его тискать. Так хочется его тискать, тискать. Не отпускать, тискать. Привет, Каролина. Привет, доброе утро. Мы уже встали. Мы уже встали. Мы сейчас будем завтракать, да? У нас такая погода ужасная. Вот вчера дождик поливал, и сегодня. Да, и сегодня тоже у нас дождик. Привет! Соска! Ксюш, что ты там делаешь? Соска! На, давай взбивай, будем пирог делать. Еще один? Да. Мы вчера уже делали. Надо сильно взбивать. Теперь этот ванильный сахар высыпай. Ого! Так, все, теперь мы будем делать пирожок с маком. Размешиваем. Мак. Угу. А да, ты делал же вчера такой. Так, девочки, давайте постельное белье меняем. Я сейчас буду стирать. Рит, тебе скинуть все с кровати сюда? На твое одеяло. Тихо, тихо. Да, лучше типа его вытащи. У нас будет генеральная уборка. Какое постельное белье будет? Белое с котиками и с зайками. Так, все, закидывай матрас. Помоги ей. Маргош, тяжелый. Такой сегодня дождик у нас. Мам, сегодня утро, мама поливала. Будем дома сидеть. И вчера. А в прошлый раз Маргарита спала собачка. Давай тогда теперь Ксюша спит с собачкой, с котиком. Ты с зайчиком. Такие вот. Собачка с котиком спят. Так. Ты будешь, значит, укрываться просто наволочкой? Угу. А я нет. А ты теплым будешь? Да. Все? Тут только собачку видно. Ну, как она спит? Чего тебе не нравится? Что-то длинное. Почему она нормальная? То, что она сильно низкая, а зачем тебе высокая? Ты как? Нет у меня другой подушки. Все, твои зайки тут будут спать. Давай одеяло. На одеяле снимай, Маргош. Давай. Все, рассадила всех. Еще туда. Чай. Так, все? Давай, убираем. Одеялко наверх, подожди. Чтоб зайчик смотрел на меня. Чтоб зайчик смотрел на тебя? И вон там будет тоже. Все лишнее убирая книжки, у нас есть полка для книжек. Там есть что-нибудь? Нет. Там у тебя монетки же лежали? Да, но теперь они в этой копилке. Так это от шампуня зачем ты? Ты моешься в кровати, что ли? Ты душ принимаешь в кровати? Странный вообще вот гель для душа. Гель для душа на кровати. Вдруг понадобится. Протираете? Молодцы! Ты тоже? Ну, умнички. Покажи, что там у тебя. Здесь у меня одежды, сапожки и украшения. У меня здесь бутылочки и здесь у меня эти украшения. Хорошо. Нужно
нужно этот. Мы тут решили проверить, что у нас есть. Какие чехлы есть. И вот нашли вот такой вот чехол. Чтобы видео снимать под водой. Водонепроницаемый. И здесь у нас какой только телефон помещается? Мой. Помещается? Здесь не помещается iPhone. Нет, здесь не поместится. Да. Он не закроется. Не этот, а другой. Ну, другой маленький поместится. Этот, который у нас есть, Samsung S6, он помещается. А, получается, Samsung, который у меня сейчас 8, и iPhone, он не помещается. Нам нужно купить новый. Побольше, да? Это от другого телефона. Вот я не могу найти его. Я его куда-то убрала и не могу найти. Это вот капелька. Мышка. Маргита, ты это оденешь? А, где твоя клубничка? Где клубничка от этого? А, вот это Маргошкин. А где твой телефончик? Этот прикольный. Это как на мой похож, на вот этот. С вот таким вот антистрессом. Ну, вы сложно засунулась. Ну-ка, дай. Мама, я хочу все мои чехлы показать. Ну, такой приятный, такой прикольный, клубничка. Они уже не очень. Смотри, вот это качество не очень. Оно такое слишком мягкое. И он какой-то не желтый, а какой-то не белый, а желтый, не прозрачный, желтоватый. Вот этот хорошее качество. У него защита хорошая, потому что у него по бокам, видишь, какие штучки. Вот это он уже весь поломался, смотри. А, да. Вот это поломалось. Это почти не может. Это тоже поломалось. Так он симпатичный, но он уже это быстро треснул. Вот здесь был антистресс, вот такой вот котик. А, лапка была котика. Но она мне не понравилась, потому что на нее липнет мусор всякий. Вот ты вот так вот поносишь, мы же постоянно телефон убираем либо в карман, либо в сумку. И вот потом на эту лапку налипло, короче, столько мусора, столько волос. И потом, когда ты помыла, потом я думала, ну, я помою, там все нормально будет. А он еще хуже стал, он еще больше такой вот стал, как липкий, как будто его клеем намазали. Поэтому вот это вот... Я не знаю, сюда может попсок наклеить, чтобы не видно было вот этого клея. Да? Точно. А сколько у тебя вот это вот твой? Вот этот попкорн. Но этот попкорн, он не на Маргошкин телефон. У Маргариты iPad Touch, и мы купили вот этот на iPhone 5, да? На, вот как на вот этот. Да, вот, это вот этот чехол, он на 5 iPhone. Он немножко большеватый для... Я его ношу. Для Маргошкиного iPad'а он немножко большеват. Он так болтается внутри. Этот вот мне нравится, чехольчик. Мышка. И вот этот тоже. И вот эта вот цепочка от этого чехла. Такая золотая. А, еще сердечки тоже вот эти вот есть. Они такие приятные, как вот... Я хочу оторвать. Тоже вот приятно трогать телефон, когда вот... Оторвать этим... это, потом одеть на чехол, и потом туда наклеить. Чехол, он нехороший, его можно выбросить. Нет, он нехороший. Да, во-первых, он царапает телефон, потому что он это пластмассовый. Тоже. Да. Я купила... Нет. Вот эти вот, когда ты начинаешь снимать телефон, он царапает вот этими боковушками. Потом я купила тоже себе на iPhone вот такой вот тоже похожий, одинаковый. Он пришел опять пластиковый. Я его надела один раз, потом не могла снять. И он мне немножко поцарапал вот этими боковинками. Короче, их выбросить и все. Они пластмассовые. А потом я уже купила вот этот вот. И он уже оказался, видите, этим резиновым, силиконовым. Вот этот я уже носила. Этот. Эти вот чехлы, они на вот этот Samsung, дай. Это какой Samsung? Samsung Note 3. Да, это самый-самый первый телефон, который у нас был. 4 гигабайта. И вот на него вот такой вот чехол. На него единорог, на него мишка. Это у нас Samsung S6, который потерялся где-то дома. Где-то заблудился он. Вот этот котик тоже классный. Это вот Boy's Tears. Ну да, он внутри же работает. Можно снимать видео, потом будешь мюзикли снимать. И еще вот такой вот у меня чехольчик такой есть, вот бирюзовый. Может, бирюзовый надеть? Мне здесь старые видео. Надо еще какой-нибудь чехол выбрать. Я. Вот такой вот я себе оставлю. Бирюзовый. Лодки, смотри, лодки. Угу. Такой бирюзовый. Ага. Вот этот тоже классный еще. Но он такой не сильно защищает. Он, видишь, мягкий сильно. Вот этот мягкий. Вот этот хорошо защищает. Он такой жесткий. Нет.
Этот не очень. И вот этот хорошо защищен. Ой, нет, этот нет. Вот этот. Все, отклеили мы, отодрали этот поп-сокер. Вот он. Но он еще липкий, да? А, мама, не трогай. Надо, чтобы он, на него и мусор не прилип. Отклеивается. На. Держи. Привет. Макс, ты что делаешь? Так, шанг-фу-туп, махнешь, ты классный. Мам, наверное, есть в этом Эмма. Вот здесь есть такие... Вот такой вот... С единорогом. Я но не это знаю. Не на мой. Я просто не знаю, пластик... А, нет, вот видишь, он резиновый, это классный. Покажи. Вот, видишь? Что там внутри? Там внутри вот такие вот тоже блестящие там, там сердечки и единорожек. Да. И смотри, здесь для каких телефонов вот написано, видишь? Здесь не на мой. iPhone 5, 5S, SE, 6, 6S, S6. 8+. Прикольно, как он так светится? Только только. За счет чего он, интересно, светится? Так, ладно. Папа, тебе на макушке сделал хвостик, надо было сделать это. Да. Разбираем. А где Макса тарелочка? Вот. Что ты хочешь? А, Маргарит, дай ему тоже креветки. А завтра мы поедем. Ну, если получится, то к двоюродной сестре поедем. Я хочу к ней поесть. Поедем. Мама, кушай, Макс. Булочки. Сейчас скоро закончится. А мне можно кушать? Кстати, очень многие пишут в комментариях, почему Каролина и Макс в садик не ходят. Потому что вообще у нас садик берут с 4 лет. Что такое? Ты там я? А? А, так нужно снимать. У нас садики бесплатные. Если садик, то берут с 4 лет. А если такой вот до 4 лет, то они платные, и там они, получается, не целый день находятся, а часа 3-4. Ну, в общем, там такая игровая группа, они там играют с детками, там развиваются как-то, и, в общем, это платно. Ну, я так подумала, то зачем, если я дома сижу, как бы, если я с ними сама могу играть и все такое делать, и зачем я буду туда их отдавать еще и платить. И мы думаем, отдавать ее или нет, или подождать, пока... Пока Максу будет 4, получается, на следующий год, и они тогда вместе пойдут. Я думаю, так будет лучше. В общем, мы еще думаем. У нас еще время ну, есть. Если может Макси, он может уже другой учиться пойти. А она может другой. Нет, если они пойдут вместе в один же год, в одно время вместе, то значит они попадут к одному воспитателю. К одной учительнице. И вот я хотела, чтобы они вместе были. Как бы я все равно дома сижу, я с ними, мне как-то не проблема. Мне наоборот не хочется, чтобы они в садик походили. Мне же скучно будет тогда, что я буду одна делать? Поэтому посмотрим. Пойдут, не пойдут в этом году. Если нет, то значит на следующий год пойдут вместе. Каролина с Максом будут в одной группе. Да? Ну что вы играете? В гриль? Мне паприку надо положить. Она работает. Только с одной рукой. Надо открыть шире. Эй, только здесь нужно, здесь есть эти линии. Да, вот так. Сильнее надо было раскрыть. Угу. Упс. Что, не берется? Так, теперь что будет жариться у нас? Ножка уже жарится. Брокколи. Брокколи, 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 брокколи. Вот. Не, просто. У нее резиночка потерялась в этой игре. Да, и жарится. Поэтому она не берется хорошо. Все, давай телефон. Давай. Мишка спать пойдет. Потому что нельзя. Только чехол. Не. 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 Давай. Да. Все. Спокойной ночи. Мама, спокойной ночи.
Что, зачем вытаскивала тогда? Все, пока. Пока. Спокойной ночи.